Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Решила вот сегодня немного заняться опять бензопилой. Бензопила у нас Урал. Урал 2. Не знаю. Двигатель тут сам по себе синий картер. А корпус оранжевый. Написано Урал 2. Досталась она мне, эта пила, по цене металлолома. Я ее разбирать не стал, так как мне сказали, здесь только зажигание негодное, искра плохая. Зажигание здесь стоит контактное, видно вот через отверстие. Такая вот катушка одна, и здесь контакты стоят серебряные. И вот когда я разобрал, я решил посмотреть, что у меня есть. Знаю, что раньше у меня был Урал, то я разобрал его, на металл сдал, так как часто он ломался сильно. Я решил эту пилу, покуда это не разбирать, полежала пила. А это я надумал себе сделать пилораму шинную. Двигатель-то тут мощный, хороший, компрессия хорошая. Стал перебирать свой хлам старый, коробочки все чисто, ящички. Нашел зажигание. Это с моей старой пилы, с Урала. Не знаю, подойдет оно, не подойдет, но так вот если прикинуть по диаметру, то внутри по магнитах магнито становится. Сами вот эти вот подошвы на катушке вроде бы по диаметру подходит. Сейчас мы снимем полностью этот маховичок. Маховичок я сам открутил, лопасти, чтобы не поломать дюралевые. Отсюда вот снял, а здесь будем откручивать магниты эти. Посмотрим, подойдет оно, не подойдет по диаметру. Если подойдет, так поставим, будем проверять. Еще также вот его. Это с контактного у меня лежит запчасть такая. Еще одна вот с контактного, с контактами неразобранными. Также лежит. А вот это с этого контакты снятые. Отсюда. А вот это вот зажигание, я не знаю, что здесь вкручивается вот высоковольтный провод, конденсатор видно, под клеем залитые там сопротивления, резисторы разные. Но оно по диаметру, если присмотреться, то меньше, даже до магнитов не достают вот эти вот подошвы с катушки высоковольтной. Это я нашел в одной коробке эти два, а потом стал лазить еще по гаражу, по ящичках, и лежало вот такое хорошее. Оно рабочее будет. Сейчас снимем сам маховичок, этот маховичок, магниты. Будем снимать при помощи храповика. У нас храповичок, и вставляем вот такой болт с круглой шляпкой мебельной. Закинули внутрь, оно выпукло получается, и закручиваем. Сейчас я схожу, возьму отвертку, все это дело подстопорить. Стопорится у нас здесь есть, когда прокручиваешь в самом корпусе, там видно такое отверстие, вот под отвертку вставляется отвертка, и все, и стопорится. Кошка, иди, псик, псик.
Сейчас попробуем открутить. Так, с под рук уберу зажигание, чтобы не слетело, что-то не сломало. И будем снимать. Все, пошел, даже не напрягаясь, слегка крути сорвал сразу. Берем отвертку. Так, аккуратно снял. Наши вот магниты тут стоят. Стоят раз, два, три. А это просто груз для балансировки. Не знаю, что три магнита обычно ставятся. Параллельно еще один, а тут три всего лишь прикручены. Может, не было поставили, а может так надо. Ну, побачим. Если что, у меня еще где-то магниты лежат с этого, с лодочного мотора. И с этих, может, где валяются, надо поглядеть. Это наше зажигание. Отвертку нормально надо. Ладно, сейчас я не буду его сразу откручивать, глянем замену нашу. Опа, эх. Ну вот, видно. Как раз отсюда плотненько стало, хорошо. Нормально. Поставим все туда. Выведу хороший. Бляха, снег намочу. Насыпала на днях снега. Немного. На улице плюсовая температура. Плюс один, наверное. Нарастает только грязь вокруг. Вот видно, зажигание нормальное сюда становится как раз. Так что будем скручивать старое. Гайки не губим. Надо было магнитика взять. То есть все внутрь подел карцер, да надо будет разбирать эту часть. Да, отверстия добрые. Хотя оно упадет под сам этот. Под магнито. О! Приклеилась шайба. Так. Еще одна. Ладно. Сейчас пальцем прижму. Где-то она делась. Во, выпала. Шайбочка наша. Так, шпонку. Шпонка вроде сидит там добро. Не буду вытаскивать. Такое зажигание было. Что тут идем не так? На, пробовал крутить так бегунок. Чуть-чуть-чуть так. Расходить, даже контакт не размыкал толком. Может, тут пластиковая часть подтерлась от этих. Того и не работало. Провод, провод. Покуда старый поставим. Сразу на место и стало. Здесь вот видно. Видно на этом. Метка стоит над отверткой, полосочка вот эта вот, это по метке выставлять надо, а на самом-то не видно метки на магнито с этой стороны метка, а здесь на блоке с этой стороны метка. Как выставить его
пометках нам. На самой этой меток не видно. Возле этой вот метки, когда устанавливаешь в отверстие сюда провод по стандарту, то метки не видно. А с этой стороны метка на зажигании стоит. Ладно. Тут проворот небольшой. Прикину я, что к чему, потом разберемся. Будет хреново работать, так переставим. Так, сейчас прокручу. Чтоб наживить. А сейчас проверю. Работая, не работая, все равно буду сейчас снимать. Будет искра. Будем собирать все дело в обратном порядке. Наша шпонка. О, стало. Резьба тут как обычно выкручивается. Все. Все на месте стоит у нас. Закинем гравера. Кошка, иди не мешай. Хотя что гравера закидать? Искру проверить надо. От руки. Так, когда дергаешь пускача, получается сюда по часовой, наверное, вращение. Чекай, бо зыбне за нос, так не будешь бегать под руками. Пшик. Ой. Хотел пауку стукнуть, да по лбу стукнул. Бляха, страшно держать рядом пальцы. Сейчас щелкни. Не видно искры. Хоть бы какая была. Может, что плохо кручу медленно. Так искры нема. А может, что три магниты, хоть чуть-чуть бы щелкнула искра. Надо ставить, надо нам ставить, собирать ее, доглядеть. Ладно. Сейчас все это дело соберу, закручу и проверим искру. Так, храповичок закручивается по часовой, а эта гайка, наверное, наоборот была. Сейчас проверим. А нет, тоже по часовой закручивается. Все по часовой. Сейчас подожму. Так, на 15 взял, на сколько? На 16. Наверное, на 15 она, или на 14.
этот палец зажать не получается. Ладно, прихватил. Заводить не буду, все равно ж. Закручиваем храповичок. Так-то дернуть надо. Крышка стала. Сейчас проверим искру. Так, 19. Давай за 20. 17, 19. Ключик на 22, выкручу свечу, проверить искру, чтоб что свечу выкрутил, будет легко крутиться, будет хорошо видно. Боюсь, конечно, руки подносить, ну зыбня так зыбня. Ладно, что-то придумать надо. Буду держать аккуратно. А что там не достает? Под храповичком шайба лежала какая-то еще. Еще шайбу не положил. Эй. Сейчас закину шайбу, кто-то храповика не достает. Стоп, а куда шайба? Кольцо тут лежало какое-то. Это кольцо вот такое самодельное. Лежало, чтоб зацеп был. А сейчас не буду закручивать сильно. Все. Закинул. Ой, какая-то бабай. Что-то на недостояние хрена. Так и, наверное. Так. Ну да, шайбы еще надо туда. Не, прокладочка это. Разницы не махну, завес. Шайба, прокладочка. Накидаем. Подкрутим. Все. Наживил. Нам сейчас главное проверить, будет искра, не будет от этого магнита. Будет искра, так будем все по-культурному собирать. Ну и потом заводить. Это верхняя крышка, херня, так. Работаем без перчаток.
О, есть зацеп. Проверяем искру. Если буду матюкаться, значит искра есть. То, что провод старый, скорее всего, пробье. Так, зацеплюсь давай. А буду я скручивать. Сожму троху. Провод все равно. Не надо этот. Ох, а дубовый. Сейчас советский. Нельзя урезать. Современные мягкие, этот дубовый. О. Ого. Толстый медный. Не то, что современный этот. Фигня. Так. Где-то свечу взял. Под пленку приховалась это. По старинке. Сейчас наживлю свечу. Так. Ложу на корпус. Ну и наверх. Надо чем-то прижать ее молотком. Прижму. Так. А лишь бы троху контачило. Да, елки-палки. Я молоток покрупнее. Чтоб вес был. Так. Вроде прижал малость. Держится. Мне видно, вам-то не будет. Не могу поставить туда камеру. Или сейчас обнесу вокруг. С этой стороны. Вот видно. Свеча наша стоит. Не, поближе не выйдет. Будет дергаться так наш фотоаппарат упадет. Буду сейчас пробовать. Зацепление заходим. Прижму ногой. Стартер. О, искра хорошая. Короче, продолжение этому кино будет. Искра есть у нас. Притом офигенная искра. Смотрите. Бляха, не видно. А что-то заскочило, что ли, что-то где-то. Что не видно. Кошка выбегла на улицу. Мамка моя выгнала. Напугал я тут пилой. Так. Ну, бляха, муха, опять не видно. Ладно. Короче, искра есть. Будем дальше работать. Устанавливать все на место. И заводить пытаться. Ну, сегодня я наврал ли то вам это покажу. Сборку. Ничего особо интересного не мало в сборке. Но когда буду заводить уже с бензином, тогда посмотрим. Так, подложил пакета, чтобы не пробивало на корпус. Что-то пропало. О, есть искра, то я не прижал просто. Ну, короче, без этого, без рук искры не будет. То, что надо прижимать свечу, чтобы контачило с корпусом хорошо. И прижимать ногой это стартера. То, что не прикручено.
искра хорошая. Сейчас я попытаюсь показать. Просто что дергается все. Эй. О, видно было. Сейчас видно. Резко стянуть. Искра видно. Пустая. Короче. Фу. Эксперимент удался у нас. Магнито подходит сюда. Искру дает. Хорошую искру. Синюю. Так что будем это дело все собирать по-культурному. Ну вот, хреново, что выставить нельзя. По метке. То, что тут метка снизу на корпусе. Снизу, да, снизу метка на корпусе. А на самом магнито сверху метка. И по-другому не перекрутишь то, что сюда вот провод в это отверстие не будет выходить. Когда перекрутить кверху меткой, чтобы было. А может куда и обвести можно, не знаю. Попробовать можно, то конечно. Ну а куда и обвести, если там не, да, некуда будет. Ну. Или под низом там где-то. Ну я сейчас разберу, гляну. Будет в пути обвода самого провода, да, высоковольтная. Но если его обводить куда-то по самому корпусу, так можно и провод пробивать от сырости. Я это не буду ставить, он короткий уже. И провод можно пробивать, и от вибрации протереть можно. Так что все-таки выведу сюда, ну а саму эту выставить. Момент зажигания уже потом разберемся. Я то там особо не разбираюсь, но путем экспериментов добьемся, чтобы работало равномерно, и все. На сегодня покуда я буду заканчивать. Как вы видели, искра есть. Бензопила не мертвая. Старое зажигание это выкидать не буду. Положу. Хай лежит. Вот это тут припаяно было на этом пятаке. Провод высоковольтный. Припаяны. Уже сами паяли кто-то. То мы в той серии первой оторвали его. А вот на этом видно просто пятачок. Здесь и все. Латунный. Как он провод протуляется. А тут паяли. Даже катушка такая. Небольшая, поменьше. Это что у меня имелось в запасе. А может это с лодок. Эти. Зажигание. Короче, все фигня. Зажигание у нас есть, магнито хорошее. Осталось только все это дело собрать и попытаться завести. На этом я буду заканчивать на сегодня. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подсказывайте, что можно сделать получше по настройке зажигания. То, что метка снизу на корпусе, а на магнито сверху. Никак я не настрою по метке. Ну, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Удачи.